17 января сирийская армия во главе с отрядами спецназа силы Тигра провела натиск на террористов ИГИЛ в восточной части пригорода Алеппо. Правительственные силы заняли деревню Абад и вступили в бой с боевиками в деревнях Рас Малялам и Мушайрафа. Некоторые правительственные источники назвали данный шаг первой стадией долгожданного наступления на ИГИЛ к югу от Эль-Баба. Однако это еще необходимо будет подтвердить. Возможная цель данной атаки — создание угрозы отрядам ИГИЛ на юге от Эль-Баба, чтобы отвлечь внимание террористов от битвы за Дейр-эз-Зор.